Подключить старый дисковый телефон к IP-телефонии легко. Зайдем на телефонную станцию и создадим нового абонента. Новый абонент PGSIP. Присвоим ему номер 103. Отображаемое имя такое же. Немного сократим сгенерированный пароль и скопируем его. Он нам потребуется позже. Теперь перейдем на VoIP-шлюз. D-Link DVG-7111. По умолчанию логин админ без пароля. Заходим в настройки VoIP. Выставляем необходимые галочки и прописываем учетные данные и сервер телефонии. Здесь же вставляем ранее скопированный пароль. Сохраняем внесенные настройки VoIP. Заходим в меню расширенных настроек. И в пункте Digit Map задаем количество цифр, после которых будет произведен автоматический набор номера. Это необходимо, потому что на дисковом телефоне нет клавиши решетка. Еще сделаем некоторые настройки, но они не являются обязательными. Теперь надо сохранить настройки и перезагрузить шлюз. После этого у нас все готово, чтобы осуществлять звонки со старого дискового телефона и на него. Физическое подключение телефона к шлюзу и шлюза к локальной сети очень простое и поэтому оставлено за рамками этого видео. Запустим софтафон MicroSIP с номером 101 и на аналоговом телефоне наберем этот номер. Наш звонок прошел и определился звонящий абонент. Теперь осуществим звонок с софтафона в обратном направлении. Вызов проходит. Вот тот самый аналоговый звонок. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Продолжение следует.